Девочки танцуют, мальчики играют. На открытии 18 лучших команд. Организаторы турнира отмечают, кожному мячу уже 50 лет. Многие известные футболисты страны начинали как раз именно с кожаного мяча. Они добились огромных результатов и сегодня являются героями нашей страны. Я уверен, что многие из вас, пройдя через этот турнир, получат признание и станут играть в профессиональных командах. В течение года в три этапа за выход в финальную часть бились 300 команд. Открытие продолжилось показательным матчем между школами 49 и 26. Лучше играть в футбол, чем бегать по улицам, лазить по гаражам. Лучше играйте в футбол. Эти соревнования приносят здоровье. Надо упорно тренироваться на тренировках, чтобы учиться лучше играть. Всем посоветую играть в футбол. Футбол – это очень хорошая игра. Финальные соревнования пройдут с 23 по 26 мая на стадионе 49-й школы. Закрытие турнира и награждение победителей и призеров соревнований состоится 27 мая здесь, на стадионе «Юность». Дмитрий Гамбоев, Жаргал Цариндашиев. Новости дня.